соль оказывается лечебная, что если человек чем-то болеет, то он болеет не из-за того, что он болеет, чтобы ему пришло время или что, а он заболевает из-за того, что он как бы устал от всех проблем и от того, что его кто-то там обижает, а он не может ему ответить назад. Вот. И в таком случае, как бы, знаешь, как в Библии написано, вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем ее делать соленой? То есть человек теряет свои качества соли, понимаешь? И вот для того, чтобы их вернуть, эти качества соли, вот там такая технология, значит, берешь какой-то тазик, ну, чтобы ноги лежали свободно в этом тазике, насыпаешь туда соль. И просто держишь ноги на этой соли. Можно топтать эту соль, можно... Так не ванночки, сухая соль. И вот ты представляешь себе, что ноги твои пустые, и как бы они наполняются, стекают из твоих мозгов, из внутренности, из того больного места. Стекает, короче, туда, к ногам, вся эта негативная информация. Ты при этом прощаешь всех людей. Ты даешь им возможность стать тем, кем они должны быть. Ты представляешь себе, что ты соль земли. Что тебе дана такая власть, что ты можешь решать многие проблемы. И ты должна понимать, что твоя негативная энергия может где-то кому-то жизнь поломать. Понимаешь? И ты представляешь себе, что ты великий человек, великий дух, который сидит в теле, и ты спускаешь благодать на этих людей, посылаешь вместо зла, понимаешь? Даешь им любовь свою. И представляешь себе, что у тебя все тело твое всего лишь сосуд Духа Святого, и с него начинает вытекать, и эта вся темная энергия в эту соль. Чтобы эта соль переработала ее в хорошую энергию. И вот когда ты, и ты можешь ее топтать, можешь представлять себе, что ты выходит оттуда все, из тебя. Потом это, а эта соль реально она впитывает. Даже Ванга, она же кусок сахара просила, потому что он кристаллический. И потом эти диски, на которых записывают фильмы. Помнишь, были диски, они сейчас уже меньше. Но там все запись шла, потому что там кристаллы. Кристалл имеет свойство записывать информацию. И вот после того, как ты, значит, поиграешь ногами в этой соли, и выгонишь из себя всю темную информацию, соль запомнит, потом эту соль рекомендуют закопать где-то. Но не на территории своего дома, а где-то в каком-то месте, где никто не ходит. Там она будет перерабатываться микроорганизмами разными, насекомыми, еще там чем-то, что-то там расти будет из нее, понимаешь? И вся эта темная энергия постепенно переработается, и человек выздоравливает. Вот.